заглядывала. Цапу надо крутить, цапу. На, сам делай. Нельзя, я чатланник. Уйди отсюда! Как советовать, так все чатлане. Как работать... Так, всем привет, подписчикам моего канала Перепел 48. Сегодня расскажу, как сделать поилку брудер в клетку для перепелят. И взрослых перепелов, и для маленьких. Она одинаковая, просто на разный уровень вешается. Смотрите, вот используется такая труба, 25-я труба пластиковая. Неважно, какую вы покупаете, холодную или горячую. Ну, покупайте холодную, конечно, она дешевле. Так вот, диаметр. 25,3 показывает где-то. В общем, 25-я труба. И есть у меня вот такие, я заказывал в Китае на Алиэкспресс. Ниппельные поилки с каплеуловителями. То есть на такой вот 85 сантиметров она у меня по длине. Я буду вешать 5 вот таких вот ниппельных поилок. Этого, в принципе, достаточно на клетку. Хотя можно сделать и по 2, допустим, вот так вот повесить. Наверное, я так и сделаю. В ламбу. Вот как я сделаю. Потому что в ламбе там много сидит. И может быть даже есть смысл по 2 сделать. А из ламбы заберу в другой брудер, где мне по 50 будет сидеть. Как-то так. Здесь ставим обычную заглушку. Не надо никакой кран маэстро. Ничего мудрить. Просто глушим. Здесь ставим вот такую муфту переходную. На 3/4 муфта переходная. И дальше, да, переход на быстросъемник. Все, смотрите, как я это сделаю. Сначала прикидываем, как будет выглядеть это все. Все-таки я сделаю сдвоенный, да, для ламбы в версии 2, потому что там их много вмещается. По факту у меня там 190 сейчас цыплят сидит, и воды может не хватать. Вот такую батарею я сделаю. Из 5 сдвоенных, получается, 10 у меня ниппелей будет в ламбе стоять. А из ламбы я ту заберу, поставлю в обычный подростковый брудер. Ну, как-то вот так. Все, размечаем. Размечать буду вот центр, а потом вымерю, сколько от центра до отверстия. Without ego.
Так, вот такая вот 10-ниппельная паюка получилась у нас. Сейчас не сделать. Почему 10 сделал? Ну, для ламбы, я еще раз повторяю, их там много сидит, пить им надо. Здесь любой маленький цыпленок может подойти. Для взрослых, конечно, так не стоит делать, это излишество, достаточно 5 всего сделать. Но для малышни, вот это именно для малышни, для суточных поилок отлично. То есть сюда могут они подойти. Каждая поилка по 5 птенцов подходит. Вот считайте, 50 одновременно могут пить, даже больше. 5 умножаем на 10. Все, сейчас паяем и дальше я вам покажу. Так, ну паяем очень просто. До 250 я разогрел, достаточно. Паяем, как обычно, пластиковые трубы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Достаточно. Ну, плохо прикручен был, соответственно, плохо разогрелся. Шестигранник надо подкрутить. Проверяете, видите, он крутится. Соответственно, плохо. Ой, нагрев. Сейчас подтяну. Горячую прям. Во. Муфту сейчас отлично припаяем. А то я смотрю, что-то не догрелось. Так. Ну, я надеюсь, тут нормально все, давление не сильно. Заглушку тут точно заплавился. Так, проверяем готовность. 250 градусов готовности есть. Так, не забудьте вытряхнуть кружки. Если есть, там, лучше постучать, вытряхнуть. Потому что внутри пластик остался, он может мешать. Так, ну вроде все чисто там внутри. Полюбил. Сама труба немного грязная. Так, все, паяем муфту. Муфта переходная, с 25 трубы на 3 четверти я делаю. Так, погнали. После того, как я наделал, я считаю до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Достаточно. Разогревается и равномерно стараюсь снять. Вот, в общем, паять научитесь, это с опытом приходит. Не часто я паяю эти трубы, но ничего сложного тут нету, главное не торопиться и хорошо потом одеть, прижать. Собственно говоря, и все, паилка готова. Сюда теперь одеваем сейчас переходник вот этот и на быстросъемник переход. Паилка снимается, ее можно обслужить, всегда поменять сами ниппеля вот эти вот. Они съемные. Можно всю паилку снять, помыть хорошенько под керхером. Так, ну такая паилочка у нас. Мега. Честно, я никогда такие не делал. На 10 ниппелей. Делал всегда 5 или 4. Но для малышей, для ламбы я вот специально сделал. Такую вам показал.
Так, теперь одеваем переходничок, паяльник уберем отсюда подальше, чтобы он не помешал. Так, и одеваем переходник. Тут уже он идет с резинкой. Внутри уплотнительная резина. Просто берем и аккуратненько накручиваем. Резьба 3 четверти. Можно полдюймовый брать, можно 3 четверти, как хотите. Я 3 четверти использую. Мне так удобнее, и кажется, это правильнее для 25-й трубы использовать 3 четверти. Чтобы у нас не заужался, так скажем. Ну, хотя шланг я буду 18-й использовать, 16-й. Дальше вот такой соединитель на 1,2 дюйма купил. Полдюймовый шланг, это 16 шланг туда пойдет. Парк дешевый, самый не берите, со стопором сделать. То есть стопор работает, когда не одет, чтобы лишний раз вода не попадала, если вы отсоединили шланг, он глушится сразу, видите. Так, ну проверяем, как работает быстросъемник. Оп, отлично. Все. Когда одеты, видите, закрыто. Когда снимаем, давление воды закрывает. Соответственно, у нас ничего проливаться не должно, по идее. Но это не всегда так. Все. Вот так выглядит наша поилочка. Подальше покажу. Полный вид. Надо испытать ее теперь, есть ли протечка. Сейчас в ламбе испытаем ее, прям туда ее поставлю, поменяю. Ну вот смотрите, в ламбе 5-чашечная, да? По 4-5 цыплят подходит. В принципе, место есть. Попробую я все-таки ее заменить, да, неудобно, они сейчас пьют. Сигнал подал опасности. Сразу побежали. Так, как заменить легко. Сначала мы ее поворачиваем, чтобы все цыплята у нас... О, уже обеляют крылья. Вот это да. Так, и отсоединяем съемник. Все, мне рука нужна. Так, поставил вот сюда 10-ниппельную поилку, эту новую. Да, конечно, лучше так не делать. Некоторых цыплят замокрил, пока менял. Все равно пролив есть. Он сейчас будет обсыхать. И смотрите с геометрии, чтобы у вас в одной плоскости было. Это у меня почему-то наклон здесь немного получился, да. Немного играет. Сыграла линию, то есть надо на одной линии трубы делать. Хотя я вроде смотрел, все у меня отлично было. Так, ну что, искупались, придется вам, наверное, сушиться в другой брудер некоторых забрать. Ну, как-то так. Все, всем пока. Ставьте лайки, дизлайки. Я вам показал, как сделать простую поилку. Но я, наверное, такую лучше делать не буду. Все-таки вероятность больше протекания. Слишком много не пилей. Опять достаточно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.